Привет всем на канале ПВВ. Сегодня расскажу о такой проблеме, как вынуть или поменять вот эти часы автомобиля Opel Astra G. Значит, перегорели лампочки. Значит, сегодня будем их менять. Покажу как. Для начала, значит, надо вынуть магнитолу и снять вот эту вот панель. Снимаем ее и дальше посмотрим, что будет. Снимаем магнитолу, включаем ее. Дальше, вот здесь внизу, если видно вам, не видно, здесь внизу есть вот эти болтики, вот их вынимаем и вынимаем. Вот здесь вот есть болтик, вот один, и вот здесь вот должен быть второй, но у меня его нету. Вот он, вот его вынимаем. Вот эти вот трогать пока не будем. Значит, нам понадобится вот такой вот головка, примерно из такого набора. Номер его R15, если видно. Значит, 15 номер. И его, значит, он туда вот, вот сюда вот это. Вот это, по-моему, она не отвечает за него. И вот здесь вторая еще есть. Вот, два вот этих будем откручивать. Сейчас. Так, ну вот, мы открутили эти все. Так, теперь нам надо, значит, вынимать. Вот, весь шатается. Здесь у нас, вот здесь наверху защелка. Вот здесь находится. Часам просто так не подобраться. Это что нам еще надо снять возле прикуривателя вот эту вот панельку. Аккуратненько вот так снимаем ее. Вот, сняли. И мы видим здесь еще один саморезик. Так, сейчас меняем. Вот, он тоже держит его у нас снизу. Все можно делать не спеша, аккуратно, потому как некоторые детали все-таки пластмассовые, крепления, они могут ломаться. Поэтому если оно не идет, вот, если оно не идет, значит лучше посмотреть еще что-нибудь. Вот теперь мы видим, она трясется. Значит, мы на правильном пути. Вот здесь вот, где пульт управления вот этой печкой, тут всякой ерундой. Там же стоят тросы на регулирование выше-больше. Поэтому вот оно, видите, оно крутится. Поэтому это надо аккуратно, как-то предельно аккуратно это все вынимать, чтобы не сорвать эти тросы со своих гнезд. Будем пробовать дальше. Потихоньку, лишь бы дойти. Главное, чтобы верх открылся. Вот, верх у нас открылся. Немцы, конечно, люди хорошие, но вот. Все, мы, в принципе, добрались до туда, докуда нам надо. Вот они находятся, вот они, часы там. Они тоже крепления обломаны, поэтому я положил туда перчатку, чтобы во время езды часы не уходили, не вовнутрь не падали, иначе все туда падает, вот в зазор между часами и панелью. Ну вот, достаем аккуратно, не спеша, вынимаем их.
там два таких пластмассовых шипа, которые, в принципе, могут поцарапать часы или обломаться. Это нам не надо. Вот. С этой стороны у нас вот такая фишка. Значит, как она открывается? Сейчас покажу поближе. Вот. Вот такая вот у нас фишка. Вот она. Значит, все просто. Вот эту штучку мы тянем на себя. Вот эту лапку. Вот здесь есть такой пазик. Его надо втопить. А этот на себя. Вот. Раз. И она уже сама вынимается. Все. Все, она уже вынулась. Вот она. Все, мы уже добились то, что хотели. Вот наши часы. Пожалуйста. Вот это две лампочки. Вот они. Они глубоко насажены, но для этого желательно иметь что-нибудь похожее на пинцет. У меня есть вот такие вот зажимы медицинские, хирургические. Мы аккуратно извлекаем эти лампочки. Вот. Крутим их против часовой стрелки. Вот так вот. Затонули. Где-то полоборота. Ну, вы, в принципе, почувствуете. Главное не ломать их. Так, ну вот мы вынули его. Получается, что вот он. Вот она лампочка. Вот это гнездо. Здесь есть специальные в этих лампочках такие прорези под отвертку типа. То есть... Еще лампочки могут не работать по одной простой причине, что стерлось вот этот вот напыление металлическое. Оно просто, наверное, стерлось. Видите, оно по одному и тому же, по одной и той же траектории ходит. И не соприкасается. Не соприкасается вот эта металлическая ерундовина. Вот нижняя часть. Потому что верхняя она не держит. Верхняя заходит туда. Вовнутрь. Обратно лампочки на место. Вот сюда, вот видите, выработка там и выработка здесь. Поэтому вполне возможно, что лампочки не горят из-за вот этой выработки. Только что подсоединил кабель. Включаем зажигание. Вот так вот часы должны работать. Ну а сейчас будем собирать все в обратном порядке. Вот такая вот у меня прокладочка, чтобы часы не уваливались обратно. Так, теперь вначале подключаем кабель, чтобы он от нас никуда не убежал. Он уже почти убежал. Так, вот в таком положении мы его держим. Вот в таком положении мы его вставляем. Насколько, конечно, может, не видно, но будете разбирать, вам сами все поймете, увидите. Так, сразу проверяем. Все работает вверх ногами, хорошо. Вверх ногами это потому что по-другому никак. И аккуратненько укладываем их на свое, как говорится, родное место. Щелк до характерного, как говорится, щелчка. Вот. Все у нас хорошо работает. Так, ну и все вот эти вот саморезы, что мы сейчас вынимали. Здесь у нас все плотно. Там у нас рукавицы. Закручиваем все наши саморезики в обратной последовательности. 2-3 штуки здесь. Один я лишний вот этот крутил, его не надо было откручивать. И если у вас здесь они есть, у меня так уже их нету. Но у вас, наверное, есть. Закручиваем их тоже. Все. Всем спасибо. Пока.